Батл один, раунд один. Батл один, раунд один. Батл один, раунд один. Батл один, раунд один. Батл один. Я ненавижу квазаров и ненавижу их старо. В этом бэтле нет равных мне интеллектуалов, кулуарах, культурных и других заведений. Я читаю fuck you, крича fuck you ссаным геем. А приз этого бэтла — репрезент, завернутый в газету. Также микро, который отдан мне уже. За меня не голосуют артисты Ферапонтова. Они поебаны жизнью, мне их жаль от души. Fuck you по fuck you, тут не рифмуется Бентли. Но я 50 Cent, fuck you, nigga and thank you. На сейле купил себе трусы от Вуэ. Но без fuck you не найду я тут место для хера. Стоп-стоп, я фанат этой группы PR. Фанат рэп-сити Асида и Виктора Саши. Я fuck you прочитал, мол, чтоб выиграть батл, я должен лизать зад и поставлять парням гаши. А карандаш, мудак, слышишь, это их стар. Моя идея фикс, разбить ему его фары. И под фанфары RMA после баунса Сереги прокричать fuck you и прочитать fuck you про то, как брить ноги. Fuck you, я пою не хуже Асида. Под Эйси Диси, под Асидом колбаси. Fuck you, я пою не хуже Асида. Под Эйси Диси, под Асидом колбаси. А вообще, под конец трека у меня родился вопрос. Хэс стар, это хуёвый стар или старый хуй? В часто задаваемых вопросах нет ответа. А мне тяжко жить с этим вопросом. А что было бы, если бы ты был дауном? А я и так даун, даун, даун. Я проснулся и подумал, а что было бы, если бобы и мицилы поставили мир на дыбы. Надо было бы просчитать год захвата этой планеты, и я бы его просчитал, если бы не кончился интернет. Что было бы, если бы я был бы султаном? Братан, на эту тему я уже писал, но мне мало. Вдохнул баллоны Бутана, я рву шаблоны и белье на Китане. Надеюсь, что эти раны станут фатальными. Что было бы, если бы был бы брутален, как Сталин? Бросил бы бомбу на Таллин, Холокост в Италии. Далее репрессировал Дауну за то, что ходит в даунтаун. Даунтаун — пиздатый клуб, и это реклама. Все бы стали на колени, если б я был как Ленин. Все бы стали на колени, если б я был как Ленин. Все бы стали на колени, если б я был как Ленин. Как Ленин, как Ленин, как Ленин, как Ленин, меня заело. Если б я жил в метро, то я был в полном андере. Со взглядами на жизнь, как у Стиви Вандера. Если б я жил в колодце, то выиграл батл субботу. Потому что был бы не Чет, а Чет из Underwater. Что было бы, если б мне респект от банды? Куча баранов в банданах типа панды и вправду. Что было бы, если бы этот мудак мне жал руку? Я все равно бы не понес свое говно лифровзвуку. Что было бы, если был на АЭС Чернобыль? Все равно бы тогда бы обожался я коботом. Что бы было бы, если бы я не был мутантом? Да я б не смог жить в России и стал эмигрантом. Что было бы, если меня не было в батле? Призы отдали бы падли, пока небеса плакали. Если б не было Тимати или на крайних Сима, то я остался без кумира и вырос бы кретином. Была бы другая тема, я прислал другой трек. Был бы марсианином, тогда косил по человека. Не было паранойи, и я бы знал, что не андроид. И что это не рация, а всего лишь аденоиды. Был бы размер трека, ну хотя бы гигабайт. Я бы принял спидов или хотя бы гербалайф. Записал вам шлака часов на 100 или 200. А так пора закругляться, и я пошел сало есть. Что было бы, если бы мы в дум надумал баллотироваться в думу, тум-дум-тум-дум. Что было бы, если бы их старый мел мозг? Риторический вопрос, тум-дум-тум-дум. Что было бы, если бы мы в дум надумал баллотироваться в думу, тум-дум-тум-дум. Что было бы, если бы их старый мел мозг? Риторический вопрос, тум-дум-тум-дум. Международная космическая станция «Мир» выходит на связь. Гап-гап-гап-гап. Рэпсити.ру. Раунд номер 3. Мой оппонент мудак. Пиздец вообще какой-то. В этом раунде фанат журнала Кулы, горе рэпера Кулио. Ловит пули, как бы доги и питбули. А хули ты думал, ведь он оратор? Рифмует он квадраты, а я кубик из ваты. Он помацает меня на матах. Я капитан Матроскин в розовой матроске. В неброских джинсах из Небраски. Я каннибалокс, а он хуяет меня словами типа обуглите дулю. А я стесняюсь ответить и посылаю в лоб пулю. У тебя пулёный лит и на лице полюция. Ты видно любишь яйца, работаешь в полиции. Боишься спалиться, как издаться с поличным. Да пулю тебе въебальник, и тут ничего личного. С 8 марта оппонент, я подарю тебе пулю. Проверю пульс и танцую, вайт под дистанцию. Этот день был очень скорбным для нас, для всех. Мой оппонент скончался, получите квитанцию. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. 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 Простите, мне просто было нечего вставить. Как говорил великий мой, с пулевые поводы. Хороводы у гробов и рабы в виде роботов. А я работаю сантехником и слушаю техно. Без помех записав вам этот трек на РВХ.
Но я ушел от темы, мой оппонент потеет. Пишет трек уборги, ямбом или хореем. Я бы в Корее скорее постриг его под каре. А так лови полю даун, ты отварное пюре. Доры, мифа, соль, ачки, соси, конфеты и сок через трубочку. Тренируй губы, чтобы слабо не жевать. Себе мой поставлю твою голову на тумбочку. А тело между делом приделал на кровать. Если бы Витя и Дуня плотно дули, то к полудню бы убились и поставили нудня. А я подумал бы, блять, я бездарный ублюдок. И прилюдно бы пулю отправил без палева. А ты сидишь на жидком стуле, товарищик стар. Получи-ка пулю, тебе парень пизда. Пока ты не издашь мое вью на своем бездарном сайте, я буду издеваться, пожевывая баунти. Даун и хоть в андеграунде, хоть хит-параде на радио. Буду дауном и первым плеском наряде. Ради стакана ряженки, ради канкана и спаржи. Буду треки писать, но получать пули. Если никто не заметил, то мне хотелось отметить, что в этом треке нет мата. Я был очень приветлив, ведь моя мама наняла мне киллера-воспитателя. Если буду ругаться, то пулю мне в спину, блять. По старой доброй традиции, привет Икстару. Парням без яиц, короче, квазаром. Мой оппонент в прошлом пуде. После раунда пудинг получил пулю, ростит груди и курит бульонный кубик через булик. Help me now. Ненавидь меня, парень. Ведь я фанат Тимати. Я, блядь, лучший друг Икстара, который в детстве спас ему жизнь. Хуже того, блять, я продюсер Сереги и проект Влада Валова. Я ненавижу квазаров и ненавижу Икстара. Мне не дойти до финала без фингала пол ебала. Я ненавижу ваш баттл, кокильку и корнишоны. Конечно, корни кошерны. Я ненавижу жидов, о, ненавидь меня, парень. Я ненавидь тебя, парень. Ты в этой паре провалит, ты пидорас плюс бездарен. Давай делай телом на R&B-пати. В приваке ты примитивный примат. Виват тебе под мой мезом. А я горжусь тобой, хейтер, как своим собственным хером. Держи путевку на Вертл, держи билет на Венеру. Веришь, не веришь, но я как бы ненавижу Липери. Он ненавидит меня, и у нас с ним полная идиллия. Идиот, иди отсюда, покуда не заработал простуду простаты. Просто ты слишком жарко обнимал резиновую бабу ермостаты. Я стоя свободы, при том, что ты иранский придурок. Ты ненавидишь меня, парень, а я деру тебя в три шкуры. Вот дай розовые стринги, ненавидь меня, парень. Вот дай дул со Стинки Фингерс, ненавидь меня, парень. Куда я убрал твой трек на раз, два, три, и ты завидуешь. Попробуй диету Ларисе Дольной, у тебя нет другого. О, да, я розовые стринги, ненавидь меня, парень. О, да, я дул со Стинки Фингерс, ненавидь меня, парень. О, да, я убрал твой трек на раз, два, три, и ты завидуешь. Попробуй диету Ларисе Дольной, у тебя нет другого. О, ненавидь меня, я Гитлер, принцесса Гита и Витас. Ненавидь меня, я липкий, как стикер или затустима. Ненавидь меня, ведь я драл твою бабушку в Бремени. Но запомни, что к этому времени она уже была ослом беременна. Эй, Икстар, я ссал на рэп-стайл. Ссал в лицо карандашу и ему ластик жопу вставил. Ненавидь меня, мудак, не выпускай мои диски. Оставайся тупой мразью и дрочи на Жанну Фриски. Hate me now, парни, здесь на чат, а энпанс. Ненавидь меня, плюс еще пара русских фраз. Чтоб выиграть этот батл, мне нужна ненависть масс. Ведь по общему мнению, всегда выигрывает пидорас. Добрый день, это Чет. Я здесь потому, что подруга Элхаммера написала мне письмо. Все дело в том, что он сутками пишет треки на батл и банально ее не трахает. Такая вот семейная проблема. Подруга Хаммера мечтала залететь и иметь детей. Но какая постель к черту, если батл в разгаре. Он стал по отношению к ней вести себя как полный гей, проводя дни и ночи, листая с рифмами словарик. А Чет прочел письмо и решил сделать ей приятно. Убрать его с батла, чтобы ему не впадло было драть эту бабу. Подожди, подруга Хаммер, я умоляю тебя, держи. Уверяю, что через пару недель наладится ваша в целом семейная жизнь. Сделал домам приятно, вполне понятно этой темой. Но нам было бы приятнее, если бы его возраст позволил сделать телом. Памела Андерсон болеет за меня в этом батле, кстати. Привет, если я порадую ее, она тоже сделает тебе приятно. Языком вверх-вниз, потом налево, за углом направо. Его величество кликер, привет, пока это тёлка шалава. А теперь для тех, чья потенция еще не убита блатом. Курс молодого солдата, как приватно сделать даме приятно. Между ног, между губ, и снова губ, ход в пещеру. День скафандр на хер, чтоб не лететь на Венеру. Первое, второе, никакого анального секса. При геморрое, при диарее, гонорее ограничится правилом первого. Во время записи трека я видел на кровати красные пятна. Мне сразу стало понятно, что ты-то кому-то делал здесь приятно. Первый раз, как в первом классе, краснее и смущаясь. На первый раз приятного мало, лучше пить печенье с чаем. Во время записи трека я видел на кровати красные пятна. Мне сразу стало понятно, что ты-то кому-то делал здесь приятно. Первый раз, как в первом классе, неловко и неумело. Но неуемная сила все равно носила это мертвое тело. Учительница фанатка сатаны, любит кровь, ругается матом. Я вбил гвоздь в голову директора, чтобы ей было приятно. У нас в пивнушке принято делать приятно засосом, словно пиявки, высасывая холодный расчет из головы R&B девочки. А я хотел бы научиться делать приятно всем тем дамам, что мне говорят не дам или дам, но не вам, а дам Жан-Клуду
Ван Дамму, да, он пригласит тетеньку в сауну на пару палочек чая. Пусть ей будет приятно, если ты не быстро кончаешь. Моча ударила в голову, пора заканчивать с треком. Пусть будет приятно всем тем, кто послушает это. А я хочу сказать спасибо Владе за все мои треки на радио. Это не по теме, но пусть ей будет приятно. А я хотел бы научиться делать приятно всем тем дамам, что говорят не там или там, но не вам, а там, Жан-Клоду Ван Дамму. Пусть будет приятно корове, когда я дергаю вымя. Пусть будет группе приятно, что я не брезгую ими. А я хотел бы научиться делать приятно всем тем дамам, что говорят не там или там, но не вам, а дам Жан-Клоду Ван Дамму. Пусть будет маме приятно, если я стану лучшим в мире. Если выиграю батл, то сделаю кунилингу Самире. Блядь, чё, дурак что ли? А чё, пусть ей будет приятно. Я вообще думаю, что ей, как единственной девушке судейской коллегии, в честь такой темы батл надо посвятить отдельный куплетик. Это специальный приятный куплет для Амиры. Моно-мино, амин, но я тебя дефлорировал. Я ненавижу квазаров и повторю это внятно. Но я хочу, чтобы тебе, детка, было приятно. Амир, стрелой Амура, умри, Амур или Вита. Я аморален, простите, кашу по Дэнни Дэвида. Живете в мире маститы, крестами ститулом биты. Моя подбит этот хитрый сделал Амире приятно. По пяткам, по пятнам на ватну, не ватой. На аватаре за складом весь шоколад для Амиры. Ведь нету в лире у Слады. Ладно, пора разбавить порох ароматом от Ричи. Пусть будет Амире приятно, шейхио эски. Это специальный приятный куплет для Амиры. Моно, мино, амин, но я тебя дефлорировал. Я ненавижу квазаров и повторю это внятно. Но я хочу, чтобы тебе, детка, было приятно. Это специальный приятный куплет для Амиры. Моно, мино, амин, но я тебя дефлорировал. Я ненавижу квазаров и повторю это внятно. Но я хочу, чтобы тебе, детка, было приятно. Это специальный приятный куплет для Амиры. А пользуясь случаем, хочу передать привет Ольге Семеновне Копыловой. Понятия не имею, кто это, но пусть ей будет приятно. Я Маузи, вырос в городе джунглей. Чет, достал же нести ахинею. Давай, конец, какой-нибудь нормальный жизненный тречок. Ну, чтоб пацанам с барсетками понравилось. А, ну ладно, хорошо, давай, уговорила, сейчас исправимся. Полигептидные вирусы спили под полимерами ямы и яды. Я бы вколол себе габы. Под абажуром подобно в джунгли лететь. Факела промахнулся, факелы, файлы, неон, миллениум. Я лишь время, но здесь ответы деле, спеси зеленью. По келям, по кельвину, среди кэшей и геленов. Я дышу гелием, скромно в поисках кислорода. Среди бетона и окон, под поволокой волокон. Я в оболочке и локоны, кровостока, полона. Болот, бутана, октаны, октавы, там ли я выжил. Я выжил, вы же уже, не важно, выжили. Пища на пепелище, ищем джунгли, ищем угли. Маугли, могли ли бы в огни не подсыпать селитры, мало ли. Могли ли могилы не заливать жидким ли. Тем не выжигать огнем джунгли, днем неоном не палить. Техногенные веки, тяжелые плахи. Пусти веки, навеки не плачь. Палачи, дровосеки, хрустальные пирамиды воздвигнут. Новая багира торгует телом. Новое тело сорчался белым. Новый болот в переходах тянет шапку спасти за день. Следи огнем в огонь, не помни о воде и о камне. Но под неоном лишь стали. Мы все стали хрустальными, мы под пальмами дали. Я под напалмом и палевом, мы палим эти джунгли. И угли зальем оловом головы. Голые иголки, колки, холодно, голодно. Волки, осколки в полости, пасти, пропасти, поисках толком из. Здесь не зря. Только закрой глаза, джунгли, москит. Открой Москва, Питер, видишь, мы, видимо, слишком поздно. Все сюда уже пришли. А на форпостах пестрый постер Кастро. Морфин атлас от нас несет дымом постер. И это дым несет нас. Среди бетона стон, вась, бастон, постой. Без прикрас от нас несет дымом постер. И это дым несет нас. Полипептидные дыры застыли под полимерами ямы и яда. Я бы вколол себе, дабы под абажуром подобно в джунгли влететь. Под полимерами ямы и яды. Полипептидные дыры застыли под полимерами ямы и яды. Я бы вколол себе, дабы под абажуром подобно в джунгли лететь. Перевари перегар, перетерпеть. Лишь лететь, их джунгли на перестать переживать. Перетерпеть, не спасти. Полипептидные дыры застыли под полимерами ямы и яды. Я бы вколол себе, дабы под абажуром подобно в джунгли лететь. Перевари перегар, перегорят. Лишь лететь, их джунгли на перестать переживать. Перетерпеть, не спасти. Полипептидные дыры застыли под полимерами ямы и яды. Я бы вколол себе, дабы под абажуром подобно в джунгли лететь. Перевари перегар, перегорят. Лишь лететь, их джунгли, но перестань переживать, перетерпи, их не спасти. А это снова я, правда, совсем ненадолго. А только чтобы сказать, что вот такое вот говно не совсем как всегда выдуло мое больное воображение на этот раз.
Ну и если посмотреть на все это, на тему батла с другой стороны, не со стороны минора и негатива, то старую добрую сказку про Маугли можно легко переложить на батл. Посмотрите, Икстар — это Маугли, потому что нелепый абориген, а Мира — Багира, потому что, во-первых, созвучно, во-вторых, без яиц. Куча мартышек — это, блядь, все участники отборочного раунда. И только Асиду не будет места в этой сказке, потому что ему на ухо наступил Балу, и теперь он эстрадный певец. Опа, получите еще порцию нудной мышиной плевоты вместо рэпа, блять. Это раунд номер 7. В общем, история такая. Кто-то из участников батла заложил на форуме фугас. Но я, естественно, на него наступил, я же везунчик. После взрыва фугаса все брызнуло в разные стороны. Осколки все кололо в говно и кровь узорами. Меня порвало на сотни мелких деталей, и большими остались лишь мои гениталии. Далее смерти ждали, но каждый кусочек тела выбрал курс, цель, задачи, отправился на дело. На вокзал, в метро и на поезде в горы. В общем, все части тела разбежались в стороны. Это не сторителлинг, просто история про разные стороны. Тело разделилось, превратилось в свору аннигиляторов сути и участников бой. Смотри по сторонам, бро, они по коням в погоне. Пашка на ушах пошла к Асиду в филармонию, похлопала глазами его игре на гармонии. Он напрягал гортань, глотал слюну и пел в конвульсиях, а слишком туго затянул на шее напустник. А рот пошел и без Дэном, это несомненно дело. Тело в сауне целом греет мышцы и сало. Правая рука крепко жмет лапу лаборы, ну а левая ласкает Амил. Это порно. Ягодицы уехали в Беларусь к Эпсидезу. Этот пестер их целует, хотя я им и брезгую. Ноги лупят по туши полупотухшего юшера. Вот так в разные стороны разбежалось тело. Это не сторителлинг, просто история про разные стороны. Тело разделилось, превратилось в свору аннигиляторов, судей и участников войны. Смотри по сторонам, бро, а не по коням в погоне. А, на самом деле, я думаю, многих интересует, куда же подевалась самая главная часть тела, в какую сторону отправилась и почему я про нее ничего не сказал. Тут все просто. Она никуда не отправилась. Она как была во рту Икстара, так там и осталась. Кстати, Икстар, я забыл про тебя в прошлом раунде, сейчас отыграюсь. Привет, дружок. Икстар выпускает стороны рапа и воту. А я люблю андервотер и в разные стороны рвота. Он расстался с бойфрендом, разошлись они в сторону. Таким макаром вся Москва поебет его скоро, блин. Мы по разные стороны, барика с мистер Эвом. Я не въебенно читаю, он певец невъебенный. В раунде 5 мы были в разные стороны целом. Но скоро совместный промо-диск делай телом. Мы по разные стороны на тропе войны с Димоном. Ты мономорфин, бросай секс микрофоном. Кто выебонит на форуме, мол, да с форум мнемонами. Я порву на лохмотье и брошу в разные стороны. Что касается участников батла, то многие имена вы слышали не раз. Некоторые МС блеснули на 6-м официальном батле Hip-Hop.ru. И, кстати, некоторые из признанных талантов 6-го официального не прошли даже отборочный раунд. Ну а одним из признанных лидеров батла на рэп-сити является Чет из Новосибирска, который позволяет себе довольно резкие выпады в адрес некоторых представителей судейской коллегии, поэтому неизвестно, как далеко он пройдет. Центр вызывает Штирлица. Юстас Алексу. Задача. Встретиться со связником в Таллине. Фраза-пароль. Между нами города. Между нами города и страны. Это странно. Подумал Штирлиц и покинул покой прохладной ванной. Цель операции — пробраться через заслоны нации. Через 100 городов на связь с крадиски КЭТ. Агент в Талу гестапо. Исаев, мама, папа. Захлопнул дверь штаба, сдвинув на бок фурагу. В Талу врага 5-й год. Один из лучших агентов. Он реагирует быстро на задание центра. Вышел на 5-ю штрассу. Плеер Штрауса, Кастон, водолазки, серф, молот под шинелью. Опасно. Так от Бремена через Берлин и до Таллина. Это как-то бредово. Нет, на вас Сталина. Далее решил поесть в баре голубые ели. Хозяин был гем и правда голубые тут ели. Он вышел ночью с трудом разбирая дорогу. Но к утру было разобрано 6 километров. На вокзале заметил слежку и тут не мешкая расстрелял пол обоймы вслепую. Слепая упала как подкошенная. А подкошенный он расстрелял еще на прошлой неделе. Он купил билет до Таллина, чтобы обеспечить алиби. Купил еще на R&B билет. Теперь пора сваливать. Сел в вагон и выйдя на перроне, понял, что в гестапо пронюхали и отправили погоню. Выйдя на вокзале, он стал замечать странные взгляды. Это засада, это провал, подумал Штирлиц. Мюллер перекрыл все выходы, но Штирлиц смекнул и вышел через вход. Убегая от погони со снопони, он понял, что это глюки и он конь. Гидропоник, сменив голоп на бербих, на голоп, голоп на шаг. Пошарил по карманам, не спеша вошел в рейхстаг. Там связник топ, быстро диска кэт лопает. Лопает лоб серов и трясет жопой в угаре. Конспирация, подумал Штирлиц, как всегда, и прошептал пароль. Между нами города. Алекс Юстасу.
Первая часть задания была выполнена, но Слизняк отказывается дать дальнейшие указания. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Он не знал, что это не радистка Кэт, а обычная немецкая шлюха, коими кишит Рейхстаг. Это была злая шутка центра. Юстас Алексу, тема раскрыта классно, приказ продолжить уничтожение Данилки. Я бы порвал тебе ригель, но ты в Риге, увы, ты вики. Я в тайге Таганрог, блин, между нами и Питер. Пенза, Москва и так далее, я вплоть до Вены и Таллина. Города между нами, но это палево, сваливай. Будешь в гостях, накину в кабину, будешь после молиться равину. Будешь Данила, мило, ранит мыло на милость. После раунда, парень, ты распарен, испален, спарен. Ты со мной в паре, спорим, 100% будешь панькой. Я бы хотел надрать Даниле жопу, но между нами города. Я бы хотел, чтобы мистер М научил меня петь, но между нами города. Я бы хотел нассать на лицо Икстару, но между нами города. А вообще, если говорить о городах, то стоит вспомнить всех звездочек этого батла. Они все в разных географических точках, между ними города. И объединяет их только единство мысли по исходу этого раунда. Рэп Сити Бэтл All Stars. Это Батчан, всем привет, Чет лучший на этом батле. Это Элхаммер, Чет бог, понял? Давай, Чети! Это Рейван, Данила парень нормальный, но Чет охуеннее. Он будет в финале, он возьмет этот батл. Эй, йоу, это мистер М, Чет красавчик, финал его. Финал его. Алекс Юстас, задача любой ценой выиграть батл. Если не я, между нами города или звезд, но я найду тебя, кто если не я. Покажи мне жизнь над пропастью воржи. Я режу глаза и слезами плавлю лезвия. Где ты, кто ты и кто кроме меня способен дать особенный свет? Мама, кто если не я? Отыщу всех миллионов комет с кулами. Стоп, Чет, я тут в эфире провела интерактивный опрос, и слушатели говорят, что тебе не стоит косить под мистера М. Финал батла на 9-й ступени. Техника против пения, ритмика против голоса. Чет против мистера М. Поехали! Кто если не я, главный бездарь этой бойни? Я покойник под пони, камели, кибер, фирмы Sony. Ты понял, за 9 раундов сотни даунов в ауте. Мейнстрим, андеграунд, мне как-то похуй, вы хавайте. Если б я был знаком вопроса, то не было вопроса. Все просто, через призму я призрак, коза ностра. И кто если не я, тут в паркинсоне, в кальсонах. До финала способен дойти на голых выебонах. Я с парабеллом и по параболе, пора бы мне порадовать. Пару парней по-разному, видящих исход раунда. И кто если не я, не ясно, ведь не в яйцах дело. Либо Чет, либо МММММ заело. Благодать не зайдет людям, вряд ли это понятно. Но кто если не я, в раунде 5 делал приятно. И кто если не я, довел их стара до суицида. А миру до оргазма, до разрыва связок осида. Если не я, то мистер М, если не я, то твистанем. Если не я, то кто и как возьмет призы батла. Если не я, то мистер М, если не я, то твистанем. Если не я, то кто и как возьмет призы батла. Кто если не я, новый Сталин, парень из стали. И далее тот, кто присунет лопас и Джоли Видалеву. И Аксакал, я вскакал твой вокал галопом. Батл достиг накала, теряй калорий оптом. Ты был в фаворе в напоре, но этот трек тебя, парень, распорит поревом пары. Пара нормальных ударов, куда нам, даунам, до пиздец, пиздец какой-то. Короче, позвонил мне Тимати и говорит, что я на одних выебонах не выиграю батл, поэтому придется состряпать небольшую историю. А в общем, 2085 год, Генеральная Ассамблея Сил Земли. Кто если не я, спасет эту планету от гноя и гнета. Пилот ракеты, элита флота, капитан третьего ранга, пятого борта, штурман рейса крейсера из Мурманска прямиком к Сатурну. Весь блестит медалями. Не-не, зачем так серьезно это все? А ну окей, давай по-другому сделаем. Кто если не я, спасет планету от гнета. Пилот ракеты, и вот он, я капитан этого флота. 9 мая страна на нас напали с урана. Фены, урина, терапия, саль де барана. Кто если не я, пил сок, моя семья в каюте. Пока интервенты меняли все атрибуты людям. И кто если не я, принял бой одним из первых. Я же Юрий Глес, первый спасая планету. Город Атланта, сижу лениво, читаю тантры. За мной силы антанты, все говорят, о мой командант. И по ТВ Жанна Фриске в рекламе виска светит свою бритую киску. Все спокойно, но близко, аннигиляция Минска. Пришельцами, прибалтами, с пришитыми щупальцами и стекловато. Я беру на себя операцию, буря в стакане, пиздата. Намеченная дата взрывов кратеров, заряженные аккумуляторы скатов. Вокруг залатанных халатов ходят миротворцы НАТО. Тут атака, как на Итаку, я на первом этапе. Звоню папе и выпиваю с ним на брудершафт пару капель. Спускаюсь по трапу, вокруг трупы на тропах. Это тропики, танцую
утром выйду в бой, чтобы не опоздать к полнику. Выбор пал на оружие, поражение психики. Акапеллы, осиды на CD, это сильно, ждем субсидии мы. А дальше видим, как лопаются головы на видео. Миссия выполнена, мир спасен, и трек пора кончать, видимо. Кто, если не я, спас планету от гнета? Пилот ракеты, и вот он, я капитан этого флота. Интервентов угробил в суровых тропиках далее. Возвращаюсь в штаб и жду медали, медали. Кто, если не я, спас планету от гнета? Пилот ракеты, и вот он, я капитан этого флота. Интервентов угробил в суровых тропиках далее. Я сижу и жду решений судей по этой баталии. Часть последняя, сентименты. Ну вот, собственно говоря, и все. Закончился мой трек на финал, закончился батл. В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто за меня болел, всех, кто следил за батлом, судьи за то, что терпели меня, своих оппонентов, особенно тех из них, что были действительно достойны идти дальше. Элхаммер, Данил ЛВ, спасибо ему за финал, парням из Рэп-Сити за то, что батл вообще состоялся, и состоялся именно таким. Самый милый радиоведущий за помощь и поддержку, спонсорам за призы, микрофон у Неди за акапеллы. В общем, всем-всем-всем, я вас всех люблю, удачи, мистер. Вот, теперь нормально. И вообще, если не ты, то кто?